Скажу что-нибудь пацанам. Ну что вот так, чисто от сердца? А я не знаю. Я так не могу, ты меня резко. Давай думай. Давай думай. Не, ну ты так думай сейчас. Я не могу, сейчас мне не хватает немножко. Да? Думал. Думал, что не хватает. Бля, что сказать? Да все у вас будет наверное, уже поняли, что сегодняшний фильм посвящается пацанам, потому что у них... Данюшка! 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 Чем их и поздравляю. И поздравлять, как вы уже успели заметить, буду не только я. Вообще, этот фильм в какой-то степени фантастический. Потому что поздравления вы получите не только из настоящего, но и из прошлого. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас. Ну, не до такой степени. Посовременней. Бабуля, бабушка, наверное, давай. Жги. Ну, давай. Ой, мои рыжики, я поздравляю вас с днем рождения. С днем рождения поздравляю и от всей души желаю много денег и любви. Что же еще пожелать вам? Преодолеть все преграды, быть трудолюбивыми, не забывать своих родителей, ну и иногда бабушку проведывать. Я вас очень люблю, обязательно встретимся, попьем, погуляем. Я поэт. Зовусь Петровна. Держите, внуки, ноги ровно. Нет, не так. Как вы уже слышали, в итоге поздравление вошло другое поэтическое творение. Довольно-таки тоже неплохо. А сейчас слово предоставляется подругам детства, сестричкам. И чёрт. Так, мальчики, мы поздравляем, я вас поздравляю с днем рождения. Я желаю вам верить в себя, никогда-никогда не отчаиваться и пропускать мимо ушей всякую клевету, я не знаю, и двигаться, потому что движение — это жизнь, и никогда не стоите на месте. И я вас люблю, и всего вам самого-самого. Счастья вам, успехов, всего самого-самого лучшего. Приезжайте почаще сюда и нас не забывайте. В общем, удачи вам, ребят. Отлично. Ночью под мостом поймали дичь с хвостом. Ага, пропустите мимо ушей, это клевета. Ну а теперь давайте посмотрим на наших именинников. Они тоже у нас не лыком шиты и многое умеют. Это вся семья у нас талантливая. Начиная от папы, который играет на гитаре, да что там говорит папа? Даже бабушка участвует в творчестве, правда, в качестве гитары. Ну а теперь там сыграет пацан. Thank you.
Дорогие мои внучаточки, поздравляю вас с праздником, с большим юбилеем. Желаю вам всякого добра, здоровья, счастья и богатства. И будьте умными, счастливыми, живите с Боженькой. Ну, тут я ничего комментировать не хочу. Просто помолчим. И плавно переходим к следующему поздравлению, которое тоже, кстати, из прошлого, но от этого не менее интересно. Виктор Андреевич, здрасте. Здравствуйте. Вашим друзьям, а в частности Рихарду и Ефиму, не хотите ли бы вы сказать пару слов? Они увидят это на свой день рождения? Конечно. Я хочу поздравить, особенно Рихарда, что он дожил до 20 лет, несмотря на все то, что с ним происходило. Рихард, я надеюсь, ты проживешь еще столько же, как минимум. Едика за собой потащишь. У меня есть много вопросов накопилось после твоего поздравления к Рихарду. Рихард, позвони мне. Вот ты ведь какой, а? Такие были хорошие мальчики. Как вы играете на гитаре, мы уже заценили. Но это не все. Нет, не все. Они еще и танцоры отменные. Смотрим. Опасная ты сила, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная ты сила, и жизнь моя вечная игра. Тихо. Ай. Сейчас. Эдик, подделяй. Давай. Казаки. Вот такие у меня пацаны крутые!
Давайте, пацаны, до следующего юбилея. This is real as it gets. I'm on a boat, motherfucker, don't you ever forget. I'm on a boat and it's going fast and I got a nautical theme, patch me to Afghan. I'm the king of the world on a boat like Leo. If you own the show, then you show not me. Oh, get the fuck up, this boat is real. Fuck land, I'm on a boat, motherfucker, motherfucker. Fuck trees, I climb buoys, motherfucker, motherfucker. I'm on the deck with my boys, motherfucker. The boat engine make noise, motherfucker. Hey, bye, if you can see me now. Поймали врасплох. В наш хорошо, да? Ну. Давай. Трави, как это говорится. Трави? Мамку правду. Родимшина Дина, Кунги.